Ну что вы думаете, я камеру взяла, теперь карточку туда не поставила. Такая умная я. Короче, сейчас стригла женщину и только сейчас обратила внимание, что у меня еще наряжено рабочее место, скажем так. Новый год тоже закончился, так что надо все это убирать, а то как-то уже мало того, что дома там только для меня, тут-то люди смотрят и скажут, чокнутая какая-то. Вообще, какой Новый год-то уже прошел давным-давно, да, поэтому сейчас все это буду убирать. Буду дурачка такая смотрю, думаю, во, блин, а у меня еще и Новый год. Обалдеть, сейчас какой-нибудь пакет, не какой-нибудь, у меня есть новогодний пакет. И собрать все это, елку, в общем, все-все-все, мишуру всякую. Мне не так и много, конечно, ее, но все-таки вот там вот прилеплено. Но надо это убрать, как говорится. Все, Новый год уже прошел. Ну ничего, придет другие праздники, да, где моя ляпа такая сладкая. Все, Чарли дома оставила. Сейчас поедем. Мы помчимся. Надо телефон поставить на зарядку. Поем там какой-нибудь салат, знаете, или какую-нибудь вкусняшку необычную, которую я, ну, допустим, либо дома не ем, либо, ну, в общем, что-то хочу необычное, не знаю, посмотрим. Хотя я, конечно, все могу приготовить, но так как я одна, мы когда едем, у меня муж не любит экспериментировать с едой, поэтому мы, когда едем, идем уже на еду, которую точно он будет есть. А я сегодня одна, первый раз, представляете, еду одна, не знаю, даже что-то страшно чуть-чуть. Ну да ладно, поехали. Ну вот, добралась без приключений, даже как-то неинтересно, вкусно. Хорошо добралась. В общем, пойду сейчас покушаю что-нибудь. Куртку не взяла, ни пальто. Зачем там все равно снимать? Так что это моя первая вылазка такая. Одна. Ну, смотрите, уже доехала. Я самостоятельная женщина, оказывается. Так что идем кушать. Хочется очень кушать. У меня же режим. Знаете, я не знала, что это так сложно выбрать, где покушать. Я хотела какие-нибудь суши, но суши здесь нифига нету. Поэтому я даже не знаю, я уже все прошла, и я не знаю, почему хочу. Я хочу салат какой-нибудь и картошку фри. Вот хожу, смотрю, изучаю, блин. Представляете, как тяжело выбрать вообще. Даже не знаю. Села я вот такую кафешку, называется Сьен Монтадитус. Жду тут своего заказа. Заказала себе салат и картошку фри. В принципе, все везде, только в уголок, чтобы никто не уголок. Села и сижу. Заказала себе чайный стик. Ковыряюсь в телефоне. В общем, кушать буду. И пойдем сейчас покупать. Вот так выглядываем из угла. Вот мой салатик и картошки. Тут, конечно, на двоих, но... Ну, я справлюсь, я все могу. Всем приятного аппетита! А здесь тоже елку не убрали, смотрите. Прикол. Я покушала, но, знаете, мне после обеда обязательно нужно сладкое. Обязательно, иначе я, как говорится, не комплета. Не комплета. В общем, мне нужно, чтобы, не знаю, что-нибудь сладкое, глюкозу у меня надо... Хожу, смотрю по сторонам. Я еще как-то не вошла в ритм, что надо что-то покупать, что надо, я по магазинам. Так что хожу как потерянная, растерянная какая-то, как дурак. Так что надо собраться, сориентироваться. А еще я хотела взять Зепфора. В общем, в косметику зайти, купить себе какую-нибудь помадку. Я в этом магазине никогда ничего не брала. Но хочу попробовать, потому что телевизор... пестрит рекламой и зазывает. Так что пойду зыркну, что там и как. Хожу по Заре. Это я. И не знаю даже, что померить вообще. Что-то вообще не то, что я даже покупать-то ничего и не буду, но, блин, хоть померить, вам показать что-нибудь, да? Но ничего вообще не вижу. Ничего. Это бывает такое?
кофточки какие-нибудь. Мне вот такие вот растягайки, распигайки нравятся. Классные. Но так как холодно, не тянет на них. Но даже не знаю, вот что померить, что бы такое померить. Даже в ума себе не приложу. Может, тут такие леггинсы. Посмешить вас, а? Как вы думаете? Буду вам рептилия. Ой, не могу. Ты что это вот за платье? Что это такое? Что это такое? Просто жуть. Ладно, буду смотреть. Может быть, что-то найду смешное. Такое, которое я бы не одела никогда в жизни. Но померить-то можно. В общем, не знаю. Я тут столько платьев набрала. Я не буду ни одно из них брать. Это 100%. Мне ходить в нем некуда. Но чтобы вам показать. Вот такое платье. Брюхо мое наевшееся. Вроде, в принципе, оно неплохое, да? Но как-то... Не, ну это естественно, я его не возьму. Оно, во-первых, как бы такое легкое, что ли, даже. На весну такое, но... Смотрится довольно-таки хорошо. Я думала, что будет смотреться намного хуже. Но нет, смотрите, очень даже ничего. Даже живот не выпирает. Вообще прикольно. Я бы сказала, если бы вот, не знаю, у меня работа другая была, или бы ее не было, я бы хотела туда-сюда, то я бы даже его взяла. Очень даже симпатичное платьишко, да? Смотрите. Конечно, не с носками, но... Очень даже ничего. Как любят фоткаться так. А? Кстати, я вам не сказала. Это размер L. Стоит 20 евро. Вот, такое мягонькое. Другое платье, более классическое. Такое вот с двумя карманами разными. Пояс. Типа как этот. Его нельзя его перемещать. Он там пристегнут. Такое классическое на... Этот, как его называют? Карманов не хватает. Если куда-то в офис, то очень даже и ничего. Правда? Так что очень даже и неплохо. С каблучками, если вот так вот, то было бы... Ну, тут живот выпирает. Тут прям я не знаю. Вроде бы полоски такие не видны, но живот выпирает. Какое-то белье корректирующее нужно под него надевать. Вот. А так широкий... Главное, тут как-то или это так надо. В общем, непонятное платье, но померить можно было вот так. Размер тоже L, стоит тоже 20 евро. А это вот спортивный. Это, конечно, платье на размер меньше, но я взяла так, померить. Смотрите, как смотрится. Вот это вот мое с Чарли гулять. Вообще суперски. Такое типа платье, типа не платье. Тут карман для поводка. Очень даже ничего. Для дома, конечно. Это не нарядное, конечно. Никуда-то выходить, но тоже неплохо. Ну, а теперь я поехала в горы на снег. Шуба, гляньте, какая. Ну, это, в принципе, шуба у меня такая есть. Это вот прям чисто короткие, конечно, штаны. У меня бывает такое. Очень часто, что короткие штаны. Хотя я не высокая. Ну, как, 1,68 м. 69, в общем, а штаны короткие. Ну, вот так вот. Снег можно. Очень даже неплохой такой наборчик. Шапочка, курточка, шуба. Кстати, шуба, по-моему, тоже L, но она как-то большая, что ли, мне. Прям сильно. Я там просто платье еще за это задрала. Хотела штаны посмотреть. Думаю, может быть, с Чарли гулять, но они короткие, твою дивизию. Смотрите, вообще... То есть, если их подтянешь побольше, то пипец совсем. Ну вот, на лыжах самое оно. Веселые девчата, заветные подружки. В Заре больше нечего посмотреть, представляете? Вообще ничего нет. Или мне ничего не надо. Даже не знаю. Когда не надо что-то, вообще скучно. Ну вот, хотя бы платьишки вам померила. Кое-что показала. Кстати, мне вот этот вариант больше всех понравился. Нет, вот это платье тоже неплохо сидело. Я бы его, конечно, ни за что на свете не померила, но куда померила, он неплохо сидел. Вот тебе и пожалуйста. Иногда нужно мерить даже то, что ты думаешь, что никогда в жизни не оденешь. На вешалке висит по одному, а потом оденешь совсем по-другому.
Зашла я в Starbucks. Первый раз взяла кофе. Какое-то. Не знаю, какое. Там он всем объясняет. Там мы все нули в этом. Я хочу еще какую-нибудь печенюшку. Кофе, конечно, хорошо, но печенюшка тоже неплохо. Пока погуляю с кофе. Ничего особенного я в этом кафе кофе не увидела. Кроме цены. Что-то 4 евро, по-моему, стоит. Обычный кофе с молоком. Даже я бы даже добавила сахара. Поэтому не знаю, что его так хвалят. Я какой-то карамельный заказала. Ну, я вкуса карамели я не почувствовала. Кофе обычно с молоком, только побольше и все. Так что все, иду я еще шопиться. Теперь зашла в H&M. Тоже смотреть что-нибудь буду. Если не знаю, найду, не найду. Что-то вообще, то ли не... Знаете, когда ничего не надо, вообще ничего не нравится. Ай. Нам, а с другой стороны, можешь так лазить, и потом бац, тебе какая-то вещь понравится. Суперски. Смотрите, платье вроде ничего. 25 евро. Ну-ка, померить. Конечно, размеры X. А вот M-ка, может, она на меня и залезет даже. Хотя нет, наверное, будет сильно в обтяг. Ну-ка, не знаю. Сильно, не сильно в обтяг будет. Потому что сильно в обтяг тоже. И оно какое-то длинное, расклешенное. Нет. Даже не буду тоже брать. Если бы прямое было бы лучше. Длинное, типа вот, не знаю, гольфик, что ли, да? Есть с воротником. Тут что у нас? Всякие свитерочки. Красненький, мягенький. И попупок. Вот короткие все. По пупочек. Чё это? Ой, желтый мне тоже нравится цвет. Ой, что-то одна вешалка тут. Желтый, розовый, синий. Вообще люблю все цвета такие яркие. Это все, хотя сегодня нарядилась в серый. Ну так серый тоже неплохой цвет. Буду искать. Может быть, возьму что-нибудь из новой коллекции, померяю. Там у нас есть что-нибудь такое. Мне вот этот зеленый свитер приглянулся. Смотрите, как он симпатичный, правда? Такой прям крупная вязка. Такой мягенький. Не знаю. Не знаю, показал вам, нет, сколько он стоит. Цена. Наверное, бесценный. Поет тут дядька. Мне еще потом заблокируют нафиг. Что-то цены нету. Евро 30 точно, если не больше. Вот. Как в воду глядела. Как в воду глядела. Ну, это же я. Шопоголик. Цены приблизительно знаю. В каждом магазине. Поэтому неудивительно. Ладно, пойду еще что-нибудь смотреть. А здесь я взяла... Музыка так орет. Спортивный стиль. Высокие джинсы, такие они свободные, вот тут, то есть не обтягивающие, не скини. И такая вот я девочка. Да, мне 37 лет, а я одеваюсь как хочу. Мне кажется, мне очень идет. Разве нет, с короткой стрижкой, да я вообще королева. Кто против? Хотя мне далеко наплевать, кто, если будет кто-то против. Вот. Очень даже ничего. Но опять, я это не возьму 100%, потому что это только для примерки. Знаете, это из раздела того, чтобы я никогда не взяла. Вот это вот я никогда не возьму, во-первых. Это все короткое. Я подниму руку, и у меня уже там мой пупок видно. Я такой не люблю. Джинсы, да, джинсы нормальные, кстати, неплохо. Тут они у меня, естественно, велики. В талии у меня всегда все джинсы. Велики. Вот видите? Видите? Всегда. На попе всегда хорошо, а вот тут вот сзади всегда велики. Талия это у меня. Ого, какая симпатичная. А что ж я? Зря, что ли, всякие пирожки жру.
Ладно, в общем, неплохо, да, неплохо. Я думала, что будет намного хуже. На работу вот так ходить очень даже зашибись. В принципе, у меня есть такая же, как она, Судадера здесь называется, но подлиннее. Вот, и джинсы у меня тоже дофига. И тут еще одни, но они типа такого же, я даже их и мерить не буду. Вот, размер 42, цена 30 евро. Видите, они такие же, только порвание, что ли. Тут всего две дырочки, а тут вон их сколько много. Так что вот так, очень даже неплохо. Вы можете поверить, я 2 часа уже хожу по магазинам и нифига себе ничего не купила. Ничего вообще даже. И даже в помине не было. Пипец. Оксана, ты то ли стареешь, то ли я не знаю что, но что-то не то. Что-то не то со мной. Что происходит? Или уже столько стряпья, что уже действительно ничего не надо? О, это не я. Это не я. Зашла Педро дель Ерро. Это испанская марка, хорошая. И я как бык на красный меня тянет. Но тут, знаете, как бы более классика. Я от классики уже ушла, поэтому классика меня уже не устраивает. Я уже слишком молода для классики. Даже не знаю. Вот видите, например, сумочка 74 евро, 2 раза цена дешевле. Тряпочная. То есть фирма Пряников не вяжет, или как там, Веников не вяжет. Мне, в принципе, по барабану. Фирма это не фирма. Главное, чтобы мне нравилось, хорошего качества. А если еще и недорого, то это вообще зашибись. Не, ну насчет недорого, это не сюда. Вот, поэтому как бы я за марками и за всеми этими не гонюсь. Ладно, буду смотреть. А еще, знаете, я у многих блогеров слышала, в Испании именно, что типа в магазинах снимать нельзя. Не знаю, на меня все смотрят, продавцы улыбаются и даже ничего не говорят слова. Поэтому у меня ни разу не было. Правда, из магазина Кико меня один раз попросили давным-давно. Типа нельзя снимать. Но я смысла не вижу в этом, потому что в интернете все же доступно. Поэтому что нельзя снимать, залезть на Вагину в интернет. И там все то же самое, что и вы можете у меня увидеть на канале. Так что мне кажется, это уже глупо, что нельзя снимать. Все это как-то... В общем, меня никто ниоткуда не выгонял. И никто на меня... Вот сейчас стояла, да, она так на меня посмотрела. Увидела, что я тоже на нее улыбнулась. Все, и никаких проблем. А еще я вообще уже настолько привыкла к камере, что мне по барабану, что на меня кто-то смотрит. Тем более здесь, хотя здесь, в этом магазине, можно встретить знакомых, потому что пол нашего города здесь. Но сегодня вторник, все работают, и никого нет. Смотрите, какая елка. Шарики. И они еще наряжены, так что не только моя елка наряжена. Иду вот в этот магазин Тессенис посмотреть нижнее белье. Люфчики хочу посмотреть. Ой, может быть, что-то понравится. Скидки у нас вот тут, но что-то мало, 30% всего. А вот тут 15-50. Пижамки такие классные. Блин, у меня уже этих пижам хоть попой ешь. Хоть выбрасывай их каждый год и покупай новые. Но выбрасывать деньги мне тоже не очень хочется. Смотрите, какой цвет обалденный. У нас такой замерзнешь дома. Ой, у нас дубак дома. Люфчики. У меня ни одного лифчика из этого нету. Я не знаю, хороший, не хороший. Я хочу цвет вот какой-нибудь вот такой. Не передает камера, но он розово-бежевый. Но это мне нужно, чтобы было, как говорится, поролон. Без поролона у меня вообще груди не будет. Да. Ладно. Просто с камерой не очень внимательно смотрю и пропускаю что-нибудь. Поэтому буду смотреть что-нибудь сама. Без вас можно? Но я думаю, что я здесь ничего не найду. Не знаю. Что-то как-то не очень здесь. В какой-то зашла магазин для дома. Смотрите, какой чайник. Здоровенный. Во, это прям мой размерчик. Ой, что-то не закрывается. Потом сами закрыть. Тут, по-моему, все... О, блин.
То, что... Ой, это с заварником прям, смотрите, обалдеть. Класс. Сколько такая стоит? 10 евро, но там 20% скидки, где-то евро 8. Ну, блин, прикиньте, это мой размер. Офигеть, вот это супер. Такого заваришь и на целый день. Классная кружка, гляньте, какая большая, тоже 6 евро. Я бы не сказала, что дорого, но вот это мне прям шикардос. Вместе с этим заварником, ну вообще пипец. Я сейчас похожу, потом, наверное, зайду, куплю ее с кошками. Это то, что мне надо, классная. Такие подушечки тут интересные, мягонькие. Ой, не падай. То привычка, знаете, какая у меня. Что беру, то и все падает. Какой пледик шикарный. Вообще тут неплохие вещички, которые для дома. Много всего интересного. Вот смотрите, тоже кружечки разные. Вот мне это надо, я сюда зашла? Нет, не надо. Зачем я зашла? Потому что все красиво. Смотрите, чашечки какие-то для супа может вообще быть. Сколько? 8,50. Вот такие. Это фундю для сыра. И поменьше есть. Вообще шикардос. Там вот свечек столько много. Ой, а вот это вот что? Это силиконовое. Смотрите, это то, что я искала. Классные. Сколько они стоят? 8 евро. У меня уже таких щипчиков, знаете, сколько? Штук 4. И вот, прикольно. А это для чего такое? Вот это что такое? Захват вроде не захват. Или захват. Что это такое? Что это такое? Просто жуть. Бега. Что-то куда-то надо прилеплять. Или... А, да, это вот так руками надо. Вот так. Интересная штука. Вот так, что ли? Или нет? В общем, если вы видели такую штуку, скажите, правильно я поняла, что это захват? Или нет? Вот смотрите, сколько здесь свечек. Нет, это рамки. Вот. Ну вот это канела. Как она? Канела-то, которая мне не нравится. А, корица. Фу, так воняет. Кому корица нравится, туда. А это? Это вообще ничем не пахнет. Это обычный. Ну вот, смотрите, какие свечули. Красивые. Вот тут. Ой, вот это так пахнет вообще. Классно. Ладно, пойдемте отсюда. Чего мы сюда пришли? Зачем мы пришли? Что тут? Где 100 евро? А, вот этот плед 100 евро. Подушки мягкие такие, мягкие-мягкие. Даже топчули. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Ни одной покупки, ребятки, ни одной вообще. Сейчас в обувь зайду, посмотрю. Я хочу, знаете, обувь типа вот эту. Высокие кроссовки, чтобы они были удобные. Ну-ка, вот типа вот этих. Ну, они, наверное, супер дорогие тут. 129. Ну да, за 129 я точно не куплю. Извините, простите. Так что музыка везде орёт. Точно заблокирует меня завтра. Смотрите, какая рубашка красивая, правда? 15 евро всего. Она джинсовая. Пойдемте внутрь посмотрим. Прикольная такая. Это магазин Encuentro. Вот, музыка, как всегда, орёт. Ну-ка, сейчас зыркнем. Смотрите, какая красивая. Вообще прям супер. С такими этими. Прям шикардос, шикардос. Прям как джинсовка. Вот, прелесть, правда? Я вообще люблю всякие вот эти вот декорации. Вообще классно. Симпатично. Ну, почему мне ничего не надо? Можно было бы ее, конечно, купить, но... Чтобы она лежала, не надо. Мне же столько одежды лежит, что, не знаю, выбросить жалко. И одевать некогда, забываю. Так вот ходим. Магазин «Сфера». И смотрите, как интересно. Мужчины там стоят. Ждут своих женщин. Так они стали прям в рядок. Смешно вообще. Тут они кричат, как «Сфера, Сфера». Здесь есть иногда что-нибудь интересненькое. Но опять надо искать, рыться. Так что будем рыться. Да, да, да. Кудрыхатаматахтан, тун-тун-тун-тун. Ля-ля-ля. Все понятно, да? Так, все. Смотрим шубы. Шубы. Ну зачем мне шуба? У меня есть шуба. Это же есть шуба.
все по 7. Ширпотреб. Кругом один ширпотреб. Пинджаки. Пинджаки теплые. Фу, они такие прям на ощупь противные. Синтетика такая плохая. Ладно, может, пороюсь, что найду. Покажу вам. Я уже дома, но я забыла телефон в машине, поэтому идем за телефоном. Машина внизу стоит, слава богу, близко. Да, ты со мной пойдешь, ты со мной пойдешь. Смотрите, вещь в поцелуях моих. Вещь в поцелуях. Пойдем, пойдем, погуляешь тут два шага. В общем, на шопинг, скажем так, съездила удачно. Купила все, что мне нужно было. А нужно мне было спортивные штаны, леггинсы. В общем, вот такие, серенькие они, с розовой какой-то вставкой, и они теплые, вот тут видите. То есть у меня всегда пятая точка мерзнет, сходить с Чарли гулять. И у меня есть такие они, как для спортзала, они с меня слетают, и они синтетические такие, которые как резиновые, в общем, у них холодно. А эти вообще, когда увидел, классные, цена вообще суперская. Была цена у нас 8 евро, представляете? Вообще зашибись. С карманами все дела. Вот такие серьги, они мне очень необычными показались. Как раз на мои две дырочки еще новенькие. Кстати, дырки уже не болят. Почти совсем зажили со вчерашнего на сегодняшний день. Я вообще обалдела. То ли это спрей помог, то ли сережки вот эти вот, что они не цепляются. Ну, в общем, не знаю. Не, ну, конечно, я еще не буду. Еще... Здрасте, приехали. Еще очень рано одевать. Но все равно, вот уже, смотрите, главное. Это Чарлина игрушка там. Одна серьга, ну, Чарли. Такая, видите, а вторая вот такая вот. Они раздельные. В общем, я люблю все такое неординарное, чтобы... Здрасте, приехали. В общем, мне кажется, красивые, да? 4 евро стоили. Опять раньше. Короче, скидка офигенная, целый рубль. Ну, евро я имею в виду. В общем, нормальные сережки такие. Прикольненькие, да? Ну, люфчик купила. Люфчик, конечно, люфчик такой мне. Это он нежно-розовый, тут какой-то как бежевый, но он нежно-розовый. И тут поролона очень много, а не это. Вот, это в H&M. Посмотрела больше во всех магазинах, ничего не нравилось. Вот этот померила, так классно он на меня сел. В общем, суперский. И вот такая у меня ночнушка. Нижнее белье. Оно натуральное в сфере. В общем, я взяла на размерчик побольше, чтобы было спать удобно. Вот такая вот симпатичная ночнушка. Я еще ее видела раньше. Вот. Была белая и вот такая серенькая. Вот такой вот, как платьишко. Видите? Красивая. Ну и труселя. И усё. Больше, в принципе, мне ничего не надо было. Нет, ну этот такой, смотрите, весь в помаде. Помаду не нашла себе, какая-то все фигня. Где мою рыбу? Чок смотрит на меня. Ты соскучился, что ли? Папа с тобой же был. Папа с тобой же был, он ему телевизор тут оставил. Чтобы посмотрел меня. Телевизор, блин, макияж мне не надо снимать. Ай, ухо. В общем, вот такие вот у нас пироги. Пойду чай пить. Я так чай хочу за целый день. Ни кружки, ни... О, кружку. Кружку забыла. Я же кружку хотела. Блин. Забыла. Такая классная. Наверное, литровая. Из головы вылетела. Так, 5 часов ходила. Представляете, 5 часов. Здрасте, приехала. Что он там нашел? От этого, от фисташки шкурку притащил, представляете? И играется. На, вот твоя тряпочка. Вот твоя тряпочка, играйся. Он выспался? Ладно, это все в стирку отправляется. Все вот эти вот штуки отрезаются. В общем, и все, пойду чай пить. Кстати, белье я нижнее стираю вот в таких вот чехлах, скажем так, специально для стирки. Я их покупала в Лидле, есть такой, потом побольше и совсем большой мешок для свитеров. Вот, туда положишь и ничего не растягивается, вообще супер. Я и колготки капроновые тоже в нем стираю. В общем, все, что деликатное, положила вот этот мешок, закрыла и вообще все супер. Ничего не портится, ничего не растягивается.
Никакие косточки не вылазят. Вообще классно. Так что советую, у кого нету таких мешков, приобрести. Вообще здоровские.